Всем здорово, с вами Неви. Сейчас я вам буду обозревать будущий сейчас, собственно, баннер, который я сделал буквально 2 дня назад и уже наказал около 8 читеров. Вот. К баннеру привязывается, собственно, файл msvrk, что-то такое, 71dll и мультихак. Мультихак, собственно, это обычный DLL файл, который я создал. Ничем он не мешает, ничего он не вредит. Ну, как будто это инжектор, это как будто ВХ для него. Вот. И давайте запустим. Все будут думать, что это, собственно, наш ВХ, а им там мультихак, собственно. Я сжал, немножко я сжал эту прогу, поскольку она занимала очень много, она занимала 25 мегабайт. Ну, для инжектора это, конечно же, очень палевно. Я ее сжал, она занимает теперь 7. 5 вроде тире 7 мегабайт. Ну, это, собственно, немного. Это где-то минута перекачки. Ну, может, даже и больше. В скайпе минута. Ну вот и все. Сейчас у нас все будет. На Windows заблокирован. И вот. И как говорит Георг, я вас поздравляю. Твой Windows заблокирован. Ну вот. Не работает Alt плюс F4. Вот сейчас я нажму на него. Не слышно даже. Ну, даже не работает вообще ни капли. Слышно даже, как я по клавиатуре бью. Не работает. Не знаю, там что еще. Ctrl-Tab тоже не работает. Видимо, не работает. Потом, что еще там есть. Ну, вот работает только Alt-Tab. И то. Ничего не сможете сделать. Ну вот. Если вы нажмете разблокировать. Вот, у вас выбит такая ошибка. Нажмите ОК, удалится система Windows, у вас все сгорит полностью и будет, собственно, пиздец. Извините за выражение. Вот, потом, ну, как-то так. Вводим пароль. Пароль у нас состоит из... Вообще состоит из 7 цифр, и он не очень большой. Так что разблокируем. Ну вот, можем свободно зайти куда угодно, вот в Skype, посмотреть, там общаться с друзьями. Перезапуск даже, собственно, происходит у нас практически. При перезапуске табличка будет висеть до сих пор. Вот. Так что, в принципе, все. С вами был Неви. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Это мой первый обзор. Пока.